Ну, если расстояние срабатывания ваших сигнализаций, иммобилайзера, ключа или вот пультов от ворот Дорхан, короче, если это расстояние становится меньше, значит, пора уже менять батарейки. Или, по крайней мере, чтобы у вас был запас. Батарейки 27, вот этот вот размер. 27, а бывает 23 бочоночки, чуть потолще, покороче. Это 2016, бывает 2032. CR2016, значит, диаметр таблетки этой 20, а толщина 1,6 миллиметра. Ну, если 32, то понятно, 20 диаметр, 3,2 миллиметра толщина. Так. Не во всех магазинах, не везде вы увидите емкость батарейки. Но лучше бы, конечно, найти и взять, чтобы емкость батарейки была чуть побольше. Значит, он дольше вас проработает. Такая таблетка Рената. Даже емкость у нее больше, чем у Panasonic. У Panasonic 65, а у Ренат, вот я заказал на магазин всеинструменты.ру, 90. На блистере, ну, на упаковке батареек обычно написано или дата, до которой она должна быть употреблена, или написано best before. Best before – это употребить до или лучше до, лучше. Best – лучше, лучше до. Это и время, допустим. И имейте в виду, что после даты вот этой уже качество батарейки будет снижаться, емкость ее будет падать. Ну вот, хочу сказать, что бюджетно, но, на мой взгляд, очень даже хороший вариант для часов. Покупаете Рената. Ну, это 377 размер. Вот. Номер у нее может быть любой. Размер 377. Так. Ну, это для Дорхана. Здесь такая стоит. Такую же ставлю. Ну, этому уже прошло 7 лет. Пока еще работает, но расстояние уже сократилось вдвое. И у этого расстояния тоже сократилось примерно вдвое. Сколько лет работает, не знаю. И 5 лет, как я купил эту машину. Может быть, конечно, они еще проработают пару лет. Но не стоит рисковать. Здесь же эта батарейка работает около 2 лет. Прошлая такая батарейка проработала так год 10, год 11 месяцев.